Кино на Тыворус. Хорошая фотография. Где вы сделали этот снимок? На пляже. Удивительная девочка, правда? Ага. Такие потрясающие глаза. Жаль, что круглая сирота. Кто сирота? Это девочка. Где? Где вы сделали этот снимок? На пляже. Когда? Месяца три назад. А что? Этого не может быть. Детдомцы там каждый день до обеда. Бред какой-то. Здравствуй, девочка. Как тебя зовут? Как меня зовут? Да, да, тебя как зовут? Па, ты что? Почему ты на меня так странно смотришь? Пап, ты что? Лиза. Да, это я, папа. А кто же еще? Здравствуй. Ну, здравствуй. Не замечаешь ничего особенного, что мы с тобой очень похожи. Она такая же, как я. 12 лет тому назад, когда я забирал тебя из роддома, ты сказала, что второй ребенок не выжил. Я хотел встретиться с врачом, поговорить с ним. Ты просила не делать этого. К чему этот экскурс в далекое прошлое? Наша девочка жива. Дмитрий Харатьян в фильме «Тебе настоящему». В воскресенье на ТВ-Рус.